Исследовалось как сама рыба, так и были взяты пробы воды. Первые анализы исключили паразитические заболевания у гибридного карася. Радиологическое исследование воды не выявило отклонений. А к понедельнику специалисты получили исследования, которые подтвердили, что у рыбы нет аэромоноза, весьма распространенного инфекционного заболевания. Гидрохимические исследования воды выявили небольшое превышение аммиака, но, по мнению ветврачей, оно, вероятно, вызвано процессом разложения мертвой рыбы. Лабораторные исследования подтвердили, что гибридный карась погиб не из-за болезни и не по причине загрязнения речной воды. Но почему в таком большом количестве этот вид рыбы оказался мертвым в Черемшане, остается только гадать. Можно, например, предположить, что браконьерский сброс рыбы, не имеющий большой ценности, все же имел место быть.